Значит, подготовка дуть сюда. Дуть сюда. Сильный, продолжительный выдох. 0,519 миллиграмм на литр. Езда в нетрезвом виде, во-первых, может привести к опасности на дороге, что может повлечь за собой вред для жизни не только того человека, кто за рулем и нарушает, а также ни в чем не повинных граждан, которые просто случайно попались под его руки. Поэтому это неправильно. И так это нельзя допускать. Ехал человек, видите, вот, залетел и сам ушел. И ушел. В нетрезвом виде, что ли? А? В нетрезвом виде? Ну, не знаю, говорит, что нетрезвый, а вон в банке валяется. Ну, а они, может, думают, его догонят. Сказали, по дороге никого не встретили, но сказали, в сторону Пушкина ушел. Вы ехали на машине, которая... Нет, я пешком иду. Вы пешком идете? Да, Сережа. А я Сережа найду, не сидите. На выход. Чего? Пошли сейчас. Давай, пойдем. Пошли. Вперед, за родину. А как хотел? Нет, чего? Вот туда, вот туда, пошли на самолет. Багажник мы тебе не садим. Отпустите, я никуда не еду. Уверите, руками не выпай. Александр, вы не выпай. Да, мы уехали от той стороны, а он ехал с этой стороны. Ну, как получилось, сколько? Метров 100-150. Мы видим, что задние фонари вверх пошли. Ну что, машина перевернулась. И мы проехали дальше, чтобы посмотреть, что так.
случилось. Ну а вы вышли и он... Вышли, а он там как бы кувыркается, у нас двери все заблокированы, чтобы ему открыть, чтобы его вытащить. И он говорит, все нормально, как бы это, дверь так хоть открой, там все. Хотели уже и стекло выбивать, жена, он лопатку достала там. Вот, нет, не выбивайте, не выбивайте. Вот, раз, двери сам открыл. Понятно, но вы видели, что он в нетрезвом состоянии, да? Ну он как, мы его спросили, он говорит, нет, я не пивший, все, а банки загоревал, все это. Так, а вы выпивший, нет? Слегка, маленько, не надо песни. А на машину-то где документы? Водительская лодка, а на машину где документы? В бардачке? Не достать его. Вот видишь, вам лучше на лодку, чем надо. Позвоним, который пьян. Позвоним. Давай. Не, не достать, ребята. Ну давайте я попробую. То есть просто не справились с управлением, да? Да, просто не справился с управлением. Угу. Да, вышел на поворот с высокой скоростью, вот и все. Надо было, да. Ну а много выпили, нет? Да 150 грамм-то и выпил-то. Я не ел ничего сегодня целый день. Решили просто уйти, полицию испугались или хотели домой пойти? Да нет, я хотел домой, просто оставил машину и пошел домой. А живете? Я не боюсь полиции, я ее приветствую. Угу. Причем тут я боюсь? Я не боюсь ее. Я понял. А вы сами в Кошкино живете, да? Да, да. Открывали зачем туда пусто, когда видели машину? Так, скрывался от того, чтобы меня не забрали кто-то. Как кто-то? Кто вас забрать от полиции? Ну, заберет кто? Вы, конечно, заберете. То есть, я виноват, поэтому и скрывался. Ну, а будете проходить тест на алкоголь? Да и так ясно, что там. Завтра-то покажут, я вам понял. Ну, конечно, мам, все, вот, видишь, я звоню, мне звонят, и я всегда принимал прием. А тут не принимаю, да, не принимаю вас, да. Алло, все? Хороший полиэтилен. Там не надо с моих рук. Один сильный выдох должен куда быть. Давай. Дуем сильно. Вот идет анализ. 0,615 миллиграмм. Да, конечно, много. Скажите, вот результат, вот то, что сейчас ДТП произошло, из-за чего вообще оно произошло? Алкоголь, да. Дал на газ и ушел с трассы. Ну а если бы вы были трезвые, произошло бы это? Нет, конечно.
Ну и стресс какой-то духовный, что я, в общем-то, в принципе, под этим делом я никому не советую ездить. Почему? Потому что это серьезная тема. Это человек на трассе, он преступник, просто преступник. И как я подписался на эту тему, я просто не понимаю.